Активисты Одинцовского местного отделения партии «Единая Россия» помогли организовать один из этапов чемпионата округа по лазертагу для школьников на базе Лекинской школы. В первенстве, приуроченном к 75-летию Великой Победы, приняли участие ученики и команда кружка патриотического воспитания «Тайфун». Об этом сообщил председатель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Одинцовского округа Вячеслав Киреев. Шефскую помощь Лекинской школе единороссы оказывают в рамках реализации партийного проекта «Старший брат».